Венгерская прокуратура предъявила обвинение в военных преступлениях бывшему функционеру коммунистической партии страны Белле Биску. Это первый случай, когда экс-чиновники Компартии Венгрии привлекаются к ответу за репрессии против собственного народа. 92-летнего Биску, арестованного год назад, сегодня зачитали список обвинений. Главное из них – приказ о расстреле демонстрантов, когда антисоветское восстание 1956 года в целом уже было подавлено. В результате этого приказа в Будапеште и городе Шальга-Тарьян погибли как минимум 46 человек, в том числе женщины и дети. Напомню, выход венгров на улицы осенью 1956 года закончился вводом в страну советских войск и жестоким подавлением восстания. Жертвами стали более 2500 венгерских граждан, почти 20 тысяч были ранены. После того, как восстание было потоплено в крови, Белла Биску в течение 4 лет занимал пост главы венгерского МВД.